Разница 0. Прыгли уже, Да. отключился. Сейчас. Ну, окей. Не, ну в смысле 0-2 счет, как бы сейчас вторая игра будет. Пароль тот же, заходите. Черные стримчики, выйдите с Никитой соперничать. Как на интернешнл, только без бота. Бля-бля. Через полгода стрелять. Клопа, кто там еще СФ? Шторм Пуч, Клопа, СФ, и кто там? Гудпакер. Кто такой длинный? Наверное, я. А вот просто Антон спрашивает, у вас куда длинный-то делся? Ну вот видишь, я без микрофона был. А-а-а. На штормах. Ну что ж. Вот оно что. Поехали. Ребятки, кто на стриме, нажмите follow, будьте друзьями, товарищами. Сделайте да? Доброе дело. Кем играют? Штормами. О боже, это такой забей сейчас будет. Да нет, что быстрее будет. Это еще хуже, чем паки. Ну это весело же. Ну как сказать, знаешь. Ну как на паках вы там с жарко. Душ жарко. На первом левеле как бы ты раз такой бах орк кинул, такой на лоха стоишь, долбишь, тут бах тоже орк тоже долбить начал. Он на ХГ стоял там сыт, и бах, докинул, пошел. Ну. Нет, тут сейчас такая ситуация. Нет, ну будет. Тут мне кажется, 7-8 левел, как бы, ну, скорее всего, 8 левел. 6 левел. Парни стоят на ХГ вот тут и вот тут. Один врывается просто отсюда на эту точку, а этот отсюда врывается сюда. Ну, ситуация. Поэтому нужно ракету счастья. Ай, на воде не рисуется. У пака-то как бы еще можно это shift прожать, а тут вообще ну непонятно просто. И так и будут не до конца игры друг в друга врываться. Ну, поживем, да. Один врывается, другой уходит. Ну тут это. Короче, типа арчит нужен первым итемом, и все. Тогда победа будет явно не за горами. Мини-ракета. Не везде прорисовывается. Тоже на этот раз. Тогда пнем, да? Люди же снизу. Сейчас. Кстати, игроки не видят же, что мы рисуем? Нет. Сейчас люди у Ригля. Тогда можно рисовать, устраивать. Давай без... Спуск рублей. Я своего выбрал победителя. Смотри, быстро расправляется очень хилом с иллюзиями. Ну, поактивнее, чем на клопах, намного началась игра. Ну, такая. Ну, там Ригли просто стоял, тут клюм как бы чуть-чуть ему ослабляться. Сейчас у всех будет третий левел, они не будут просто понимать, что им делать в мизе. Они будут стоять, пытаться выфармливать артефакты и мешать друг другу. Никаких, ничего не будет, просто ни ударов друг другу. Сейчас давай посмотрим, потому что, видишь, Ригли вырывается покепан вперед, как бы до этого прям все игры начинал по солидному перевеса.
по фарму, и если сейчас вот него не выйдет на штормецком, то мне, в принципе, хочется увидеть, как он будет выходить из этой ситуации. Он, в принципе, побеждал за счет, ну, конечно же, опыта и то, что он выигрывал, ну, было больше денег, не фарма. Ну, Ригби уже практически без мана. Кстати, грамотно сделал, мне кажется, что-то все-таки взял. Ну да, он понимал, что типа на фармить тут статик ременантами, и по-любому плюм будет тоже фармить статик ременантами. Кстати, можно было бы еще Бэтрайдера добавить вместо Куджа. Бэтрайдеры — это вообще пиздец. Миранами хорошо играть, я знаю. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой. Ну тут. Ну кто? Будет! Неожиданно. Вообще неожиданно. Я уж думал, все, плюм сейчас накажет. Ну тут вообще просчитал прям. Там, видимо, помоги, да, просил. Да, красавчик, красавчик Ригер. Ригер. Ригер возрождается. Еще разок убьет как-нибудь. Да, убьет. Фулл мана. Нет, базилку себе несет. Ригер. Немецкий не дадут припоса. Ригли понимает, что Vortex тут вообще не нужен, ни капли, никак. Ну, поначалу, да, Vortex он может полезен. И толку-то, секунду, Vortex, как бы. Для чего? Ну, посмотрим, кто окажется прав. Мы тоже тут спорили, когда ты не брал Dreamcoil до 10-го левела. Тут сам был. В смысле, а зачем он нужен до 10? Ну, он, в принципе, тебя и забрал благодаря этому Dreamcoil, если бы он Dreamcoil. Да нет, он забрал, потому что у него маны не было на этот, на орб. Все с Dreamcoil, он сложно. Не правда ли? Ну как этот Dreamcoil? Он, в принципе, такой. Типа я потом... Ой, ой! Я потом и наказал, в принципе, его за того, что он это качал. А вот сейчас, смотри, был бы Vortex. Товарища Риги. Скорее бы всего забрал. Он максимум там на один левел был бы и. И ну и вот как раз ему просто будет пассивки нужен долго. И там ну, было там 50 хп. Ну не 50 хп, но даже 80 хп там. Вот хейс на бой там, хейс забрал. Ну куловый как бы. Rope of Magic. Блин, куловый ему. На левел, да нет. Роман левел. Вот. С постой можно и побитовать.